Это пока самая важная победа в спортивной биографии Гаджия Маргаджиева. Он получил заветную путевку в UFC. В главном бою турнира эффектным болевым приемом на ногу в первом же раунде он одолел соперника из Бразилии Янси Силву. Уже в аэропорту Махачкалы он поделился с нами впечатлениями от прошедшего боя. В этом бою решалось все, просто попасть в UFC или нет. Если я не попал бы, но то мне пришлось бы еще года два где-то, ну год минимум потерял бы на этом, на то, чтобы обратно заслужить это, биться в контендерсе в UFC. К этому контракту боец шел уверенно. 12 побед и 0 в графе поражений. Свою подготовку к боям он проходит в махачкалинском клубе Universal Fighters. Вместе с ним тренируется его секундант Насрудин Насрудинов. Своего спарринг-партнера он выделяет высоким бойцовским IQ. У него очень хорошие тайминги, он хорошо понимает бой. Даже вот на первый взгляд, может, смотришь и не чувствуешь это, но когда с ним работаешь, вот понимаешь, что он очень хорошо знает, когда нужно делать прием и когда его не делать. И за счет этого, я считаю, в этом бою тоже он победил, потому что он отлично поймал его на его атаке, перевел и вышел на болевой прием. Встретить спортсмена в аэропорт приехали родные, близкие, друзья и болельщики. В успехе своего бойца они нисколько не сомневались и в будущем предвещают ему успешную карьеру за океаном. Поддержать приехал и болел больше, чем за себя. Это самый близкий друг, больше даже, чем друг. И очень сильно болел. Я думаю, он в топах как минимум будет, потому что я знаю, как он хочет, какой он голодный. Когда человек голодный, мы сами понимаем. Когда лев голодный, как бывает. Очень приятно, что выиграл. Очень сильно переживали. Можно сказать, вот позднее время и было. И под утро, можно сказать, почти бой был. Почти все вот в прямом эфире смотрели, как положено, болели, переживали. И альхамдулилля, что оправдал наши надежды. Сейчас Гаджи планирует непродолжительный отдых, после чего с новыми силами приступит к подготовке к первому бою в рамках сильнейшей организации мира. Дальнейшие планы – это, конечно же, в первую очередь зайти в топы, потом уже целиться на пояс UFC на 77 килограмм. Что сейчас планируешь делать? Максимум недели на отдых и обратно приступлю к тренировкам. У меня травм ничего нету. Я могу уже приступить к тренировкам. Поэтому, надеюсь, до конца года у меня получится дебютировать уже в UFC. Карим Даниев, Салман Гитехмаев, телеканал ННТ, Каспийск.